Здравствуйте, мои дорогие друзья, братья, сестры, партнеры и все, кто видит и слышит меня. Сегодня я хочу поделиться о великой силе смирения. В Божьем Слове так много написано о ценности смирения в глазах Божьих. И, наверное, настолько, насколько это неценно в этом мире, настолько и еще больше это ценно в глазах Божьих. Почему? Во-первых, потому что сам Бог смиренный, и у него очень смиренное сердце. И это сильно проявилось во Христе Иисусе, который до того себя смирил. Ну, вы знаете, он оставил небеса, он, будучи Богом, сделался человеком, и был умолен, и умер такой унизительной смертью, сошел до ада, смирил себя до ада. И потому Бог превознес его. Прямо оттуда, из глубины, он возвысил его над всеми и всем. И кто садит себя на последнее место, того Бог садит на первое, написано в Божьем Слове. И потому Господь не потому, что не любит нас и хочет нас унизить, просит нас смиряться, а потому что Он хочет нас возвысить, так и написано. Возвышающий сам себя унижен будет, а кто смиряет сам себя, возвысится, будет возвышен. И потому давайте будем идти по этому пути в смирении. И в смирении и пред Богом, и людьми. Смирение – это когда мы говорим не так часто «я», как чаще «мы». Или «это все Господь», «это другие люди помогли мне». Смирение – это когда мы не столько унижаем себя, потому что опять все внимание на нас, и мы снова и снова опять говорим о себе, хотя, может быть, и унижая себя. Смирение, оно больше вообще с себя переносит внимание на Бога и на других людей, прославляя Бога или возвышая других людей, благодаря их за что-либо. И потому давайте будем продолжать идти путем смирения и никогда не остановимся, потому что порой могут быть искушения остановиться и немножечко так потешить себя и пощекотать свое самолюбие гордостью. Но пускай мы не купимся на это и будем продолжать познавать Господа в смирении и продолжать служить Ему и людям в смирении. И этого всем нам и себе в первую очередь желаю. Люблю вас, благословляю вас и знаю, что как образ и подобие каждый из нас уже смирен. Когда мы верующие, мы во Христе Иисусе уже имеем Его смирение. И нам нужно проявлять это смирение снова и снова. И не столько бороться с плохим в нас, с гордостью, сколько побеждать зло добром, побеждать гордость смирением, проявляя смирение снова и снова в различных ситуациях. Потому желаю вам проявлять смирение снова и снова в различных ситуациях, потому что оно уже есть в вас. Давайте проявим его вместе так сильно, как никогда раньше. С любовью и благословением. Это был Сергей Шедловский, который записал видеоблог специально для вас. Большое спасибо, что вы посмотрели эту видеозапись. С Богом!